Привет всем друзьям. Я бегала сегодня в магазин, так как котейки все съели, и вот я бегала, чтобы купить им корм. И сейчас я буду сканировать и покажу вам, как это будет происходить. Вот такой у меня сканер. Я вставлю ссылку. Вы видели, может быть, видео, где я его приобрела совершенно бесплатно. Стала участвовать вот в таком вот мероприятии. Здесь, когда вы... Он стоит на базе, как телефон, чтобы передавались данные. Вы берете трубку, когда снимаете, здесь надпись «Новая закупка». Говорим «Да». Спрашивает, кто покупал. Выбираем, кто покупал, и нажимаем среднюю кнопочку. Теперь необходимо выбрать название магазина, вернее, сканировать штрих-код из специальной кодировочной книги. Она дается в комплекте. Так, я покупала все в Dixie. И вот здесь у меня эти магазины. Я сканирую магазин Dixie. Не знаю, будет ли видно на экране. Вот он выбрал магазин. Я нажимаю «Да». Дальше нам книга пока не понадобится. Дальше смотрим на чек и по чеку сканируем. Значит, у меня были вот такие хлебцы. Я взяла 4 штуки. Появились новые. Обычно я беру с клюквой. Появились у нас карамельные с гречкой вот такие. И с яблоком. С красным яблоком. И с желтым яблоком. Или с грушей. Так, я взяла, собственно, таких 4 штуки. И они были по 39,90. Что мы делаем? Мы просто сканируем штрих-код. Вот он. И вводим здесь цифрами 4 штуки. Вот 4, как на телефоне. Окей. Окей, это средняя кнопочка. И вводим цену за одну упаковку. 39,90. И опять окей нажимаем. Покупка со скидкой. Так, дальше хлебцы отставляем. Дальше по списку у меня были семечки. Точно так же сканируем. Семечки стоили 64,90. Отсканировали. Одна упаковка. К сожалению, вот на экране он тоже светится и вам не видно. Одна упаковка. Так, 64,90. Вот я ввожу 64,90. Окей. Обычная покупка. Так, дальше. Я взяла, появились вот такие пасхальные наклеечки. Они стоили, правда, 64 рубля, но их не нужно сканировать, поскольку это канцелярия. Канцелярию сканировать не нужно. Так, дальше у меня было тесто. Оно уже подтаяло, надо его убрать. Сканируем. Одна штука, значит, просто окей. И тесто стоило 64,90. Окей, обычная покупка. Так, дальше у меня были среднеплодные огурцы. Так, собственно, для огурцов нам понадобится книга. Здесь вот, когда открываете, видно вот овощи, колбаса, там мясо, рыба, заморозка и так далее. Все, что не имеет кода на самой упаковке. У меня были овощи. И ищем здесь. Так. Вот они у меня здесь. Огурцы внизу. Сканируем. Так, и теперь по чеку мы вводим вес вот сюда в экран. Также цифрами мы вводим вес килограмм 390. Окей. И вводим цену 139,90 за кило. 139,90. Окей. Обычная покупка. И дальше были у меня, собственно, вискасы.
для котят и не только для котят. То есть я взяла еще для Алиски там то, чего у нее нету. Вот паштет, лосось там, ну это не важно. Так, и мы опять сканируем код и считаем. По чеку все упаковки были одинаковые по цене 13,90. Считаем 10, 15, 20, 25, 30 пакетиков. Вводим здесь 30 пакетиков, окей. Да, я уверена, что 30 пакетиков. Вводим 13,90 за одну штуку, окей. Покупка по акции. И, собственно, все. Вот и вся покупка. Дальше нам снова нужна книга. Мы открываем, как бы закрываем ее, открываем последнюю страничку. Здесь как бы конец покупки. Мы сканируем этот конец покупки. Нажимаем, есть ли еще в этой покупке товары. Нету. Новая закупка, нет. И все. И мы ставим устройство на базу. Таким образом, устройство заряжается и передает данные как телефон. Вот так все просто оно на самом деле. Чем больше вы покупаете, тем больше у вас выплата. Мы покупаем редко, но метко. В принципе, я сейчас на начальной стадии такого исследования, да, и у меня выходит как бы заработок 300 рублей в месяц. Но плюс к этому, то есть организация проводит всякие какие-то акции, мероприятия, конкурсы, и до Нового года я участвовала в конкурсе, какой-то опрос проходила, и мне начислили еще 100 рублей. То есть вот такие бывают иногда акции. Соответственно, за то, что вы приглашаете друзей, знакомых к этой программе, чтобы они тоже участвовали, за это вам тоже начисляется копеечка. Ну, не копеечка, но там, по-моему, 200 рублей начисляется за каждого приглашенного. И, соответственно, если человек пришел, он зарегистрировался, он покупает продукт, он сканирует, за каждую отсканированную им покупку, товар, вам тоже какой-то процент начисляется. Так что этого до Нового года этого не было, появилось только после Нового года. Так что присоединяйтесь, если интересно. Это очень даже забавное занятие. И, в принципе, помогает также учесть свои расходы на месяц. То есть, сколько вы потребляете еды, какую еду, и также сколько на это все тратится. Все графики того, сколько вы сканировали, сколько вы покупали, все это есть на сайте в личном кабинете. Для того, чтобы присоединиться ко мне и ко многим таким людям, как я, которые сканируют товары, я оставлю ссылку и всю необходимую информацию под видео. Так что это довольно интересно. Присоединяйтесь, если вы хотите немножко подзаработать, сидя дома. Ну, если вы не работаете, или, например, если у вас дети, и вы в декретном отпуске, то все-таки лишняя денежка не помешает. За счет этих денег можно оплачивать интернет или какие-то онлайн-покупки. Это очень довольно-таки удобно. Вот такой небольшой обзор. Надеюсь, было познавательно, интересно. И надеюсь, что вы присоединитесь к нам и тоже будете сканировать. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, не пропускайте новых видео. Для этого нажмите на колокольчик, оставляйте комментарии. Если есть какие-то вопросы, опять же, пишите в комментариях, я постараюсь на все ответить. И до новых встреч, новых видео. Пока-пока!